Китайский гуманитарный груз, поступивший в Республику Беларусь 26 числа, 26 апреля этого года, в настоящее время находится на складах Белмедтехники. Он уже полностью готов к распределению по организациям здравоохранения нашей республики в соответствии с потребностью. Уже пришли первые машины под загрузку. Загружены машины Гомельской области и города Минска. В машинах находятся защитные костюмы, маски, респираторы и другие изделия медицинского назначения, которые необходимы для лечения пациентов с ковидной инфекцией.